Действительно, несмотря на трудности в транспортном сообщении, отсутствие авиационного, железнодорожного сообщения, 184 человека из 8 стран СНГ приехали, откликнулись и в течение вот нескольких дней наблюдали и в областях, и в Минске за ходом голосования. И наши оценки мы сегодня озвучили, что избирательная кампания была организована достойно, слаженно работали все люди, которые отвечают за избирательный процесс. Поэтому наши выводы мы огласили, они однозначные, что выборы прошли в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Это самое главное, что там не навязывали какие-то аморфные там, международные правила. Такие. Вот есть законодательство Республики Беларусь. Сергей Николаевич, да. Правильно, то нет международных. Да. Их нет, и ОБСЕ мы с Россией предлагали выработать стандарты. Они же не хотят вырабатывать. Я тоже участник этого процесса, неоднократно предлагали, не хотят. Они хотят какие-то свои правила нам навязывать. Но есть закон. Вот выборы прошли в Беларуси в соответствии с законом.